Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, их биографии. Джон Генри Фредерик Бэкон, британский художник и иллюстратор жанровых произведений, исторических и библейских сцен, а также портрет. Данных очень мало, данные из переводной Википедии. Джон Генри Фредерик Бэкон родился в Кеннингтоне 4 ноября 1865 года, был вторым сыном литографа Джона Карданала Бэкона и с юных лет проявлял художественный талант. Обучался в Вестминстерской школе искусств и Королевской академии в Лондоне. В подростковом возрасте он приобрел репутацию выдающегося черно-белого иллюстратора, а в возрасте 18 лет отправился в профессиональное турне по Индии и Бирме. По возвращении в Англию в 1889 году Бэкон выставился в Королевской академии и с тех пор был постоянным участником выставки, был успешным художником религиозных произведений и исторических сцен. Был членом Королевской академии, награжден Королевским Викторианским орденом за выдающиеся заслуги перед королем. Бэкон иллюстрировал книги, а также журналы и периодические издания. Женился в 1894 году. У него было 7 детей. Умер от острого бронхита 24 января 1914 года в возрасте 48 лет. Но так немного. Из переводной Википедии данных действительно немного о британском художнике, иллюстраторе жанровых произведений исторических и библейских сцен, а также портретов Джон Генри Фредерик Бэкон. Пока-пока, до свидания.